E Дальше мы продолжаем на этой истории. Книга Исфир, глава 9, стих 1. В 12 месяц, то есть в месяц Адар, в 13 день его, в который пришло время исполниться повеление Исария и указы его, в тот день, когда надеялись неприятели юды взять власть над ними, а вышло Наоборот, что сами Юды взяли, э, взяли власть над врагами своими. Стик 2. Собрались Юдеи в городах свой по всем областям царя Артасейса, чтобы наложить руку на зло своих. свой, и никто не мог устоять пред лицом их, потому что страх пред ними напал на все народы. Стик 3. И всеки князи во области и сатрапи, и области начальники и исполнители дел сарски подерживали јуди, потому што напал на них страх пред Мардухија. Стиг 4. Ибо велик бир Мардухија во домје у Сари, и слава нем ходила по всем областям, так како сей человек Мардухија Para de marça, vische e vische. Stick piat. E esbivale, jude e seg vrag of svoik. Para bevar a mesha. E o bil e o e pastopar se nepriatelia me svoi mi, para svoi volia. Fusuzak gora de pristolno. O mertil, o e pagubili 500 chelovi e parchandafu e darfona e asfafu. Eta imia amana sin, uh, amana sinovia e shorts stixian e parchandafu e darfona e asfafu e. Porafu e Adalio e Aridafu e Parmasfu e Arisa e Aridaia e Vaezafu. Diciatric Sinovei Amana, a Amana Sinovei. Sina amadafu Vraga Yudiv. O Mervili Ani Ana na Pastreli Ruki Svei.

вы это можете сделать. Стих 11. В тот же день донесли царю и отчисли умерщвленник в Сузак. В престольном городе. Еще раз. В этот день донесли царю и отчисли в Сузак. в престольном городе. Стих 12.

Фурина. И какая еще просьба твоя, она будет исполнением. И сказала Есфир, если царю благоугод, благоугодно, то пусть бы позволено было юдиям, которые в Сузах делают то же и завтра, что сегодня и десятых сыновей Амановых пусть бы повесили на дереве. И приказал царь Сделать так. И приказал царь сделать так. Он очень любит его жена, королев Эстер. Поэтому он сделал все что она хотела. Потом, когда у вас свободнее времени, читайте, пожалуйста, книга Эсфира, глава 1 у его, его старые, или экс-женщины. Вашти. Она была очень-очень плохой женщиной. И он разводил ее, и я потом женился Эсфер. И Эсфер был очень красивый. И она была очень хорошей к это

и прощие юдеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих. И умерли из неприятелей своих 75 тысяч, а на грабеж не простерли руки свои. Стих 17. Это было в 13 день месяца Адара.

Поэтому юдей, сельские, живущие в селениях открытых, проводят 14 дней месяца даров веселей и першествий, как день праздничный, посылая подарки друг к другу. Еще раз, еще раз. Как день праздничный, посылая подарки друг к другу. Еще раз, стих 19, книга Эсфир, глава 9, стих 19. Поэтому юдей, сельские, живущие в селениях открытий, проводят 14 дня месяца даров веселья и пришествия, как день праздничный, посылая подарки друг к другу. Стих 20. И я писал марду, эти празд... Шезвия и послал письма ко всем юдиям, которые в области Эксария Артасексия, к близким и к данным. Стих 21. О том, чтобы они установили кажд... каждогодно празднование у себя 14-го дня месяца Адара и 15-го дня его. Он писал, наши люди на эти все области, что этот день мы будем праздновать этот день. Поэтому наш Бог спас, э, спасил наши люди от наших неприятелей и врагов. Поэтому мы начали это праздник. Поэтому наш Бог пускал наши люди отмечать это праздник. Стих 22 как таких дней, в которые юдеи сделали спокойный и врагов свой, и как такого месяца, в которые превратилась у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями першества и веселее, посылая подарки друг другу и подаяния бедным. И подаяния бедным. Люди, которые не богатые, мы тоже сдали подарки. Это то же самое сегодня. Мы это отмечаем сегодня. Наш Бог любит, когда мы отмечаем все Его праздники, как Он сказал. Стих 23. И приняли юдей то, что уже сами начали делать. Я чем Мардухей написал к ним, как Аман, сын Амадафа, вугеянин, враг всех юдей, враг всех юдей, думал погубить юдей и бросал пур. Жреби об истреблении и погублении их. И как Эсфир дошла до царя, и как Сар приказал новым письмом, без злой замысли Амана, который он задумал на юдей, обратился на голову его, и чтобы повесил его и сыну его на деревья. Потому что и назвали эти дни Пурим. Еще раз. Потому, поэтому. Еще раз. Стих 26. Поэтому и назвали эти дни Пурим. От имени Пур. Поэтому согласно со всеми славами всего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили юдей и приняли на себе и на дети свой и на всех присоединяющихся к ним. Не отмена, чтобы праздновать эти два дня. Два дня. 14 день и 13 дня и 14 день. Книга Эсфер, глава 9, стих 28. И чтобы дни эти были помятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе. И чтобы дни эти пуры не отменялись у юдей, и помят у них не исчезли у детей их. Эти дети, это, на, это мы сегодня. Наши предники и праматери тогда все отмечали эти праздники. Они отмечали эти все наши Бог-праздники. И главный сегодня тем пурим они отмечали тогда, а мы сегодня отмечаем. Поэтому сказал здесь, и помнят у них не исчезла у детей. Мы не будем забыть этот праздник. Мы не будем этот праздник забыть. Стих 29. Написала так же царица дочь дождь Абихайла и Мардухе Юдеянин со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем юдеям в 127 областей Сазва Артасексова со словами мира и правды чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какой уставил у них Мардухей у еще раз, какой уставил у них Мардухей Юдеянин и Сарица Есфер, и как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни Пашения и Воплея. Так повеление сферы под твердила это слова о Пуриме. И оно вписано в книгу. В книгу. Напомните, они сказали, что это должно быть во век, навсегда. Что наши люди в будущее будут отмечать это праздник. Не забыть это праздник. Это очень важно.

It's so hard to serve God. And why would I say that I'm a Jew? It's our art. For years I've been walking around saying that I'm a black man. I ain't saying that no more. It's our hard man. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcasts, and stay up to date with us. more information please visit www.israelunite.org